Да, что ж, мы продолжаем. Извините, я в тот раз упал в обморок. Пришлось прерваться немножечко, да. Тем не менее, мы живы. Вот. Мы можем взять стул, бутылку, даже с водой. Вот. Но как-то ее нужно покрутить. Можно попить? Ага, тут смотрите, что-то написано. Наверное, инструкция о том, как пить воду. Хорошо, давайте смотреть, изучать, что тут. В этой игре слишком много, видимо, чего можно рассмотреть. Вот, это даже немножечко напрягает. Опа. Так можно выгибаться. Точнее, выгибаться. Это... выглядывать из угла. Погнали дальше. Я, честно говоря, что-то не помню, откуда мы вышли. По-моему, вот отсюда, что ли. Ну тогда давайте в открытые двери. Вот сюда вот. Что это у нас здесь? Умывальник. Угу. Так, а это сральник. Хорошо. Карл, все идет лучше, чем мы думали. Они не могут открыть двери. Чем больше запечатаешь, тем лучше. Ни к чему рисковать. Поняла. Ты фабрику отцепил? Да, большую часть закрыл. Иду закрывать центр связи. Только не забудь оставить путь отхода. Поверь, ты попадешь на это целый и невредимый. Только надо убедиться, что энергии хватит. И не... как я это сделал? Карл, все идет лучше, чем мы думали. Они не могут открыть двери. Черт, я прервал запись. Похоже. Комната отдыха. Ладно, буду в следующий раз внимательнее. Здесь у нас некий рычаг. Сейчас мы посмотрим, тут пусто. А фонарика никакого нет. Это нифига не видно. Можно закрывать двери за собой. Возможно, мы будем от кого-то убегать, и тогда... Так, смотрите-ка, нас что-то коротить начало. Здесь у нас нерабочая фигня, панелька. Опасна запретная зона. Ну, значит, нам сюда. Видимо. Может быть, реально мы сейчас тут сейчас сдохнем. Ладно, как... мы взаимодействуем с этими. Я так понимаю. Эй, ты можешь говорить? Говорить, как остальные. Что с тобой такое? Что ты такое? Хочешь структурного геля? Ну, конечно, хочешь. Как странно. Ничего не понимаю. Сейчас я тебя отключу, хорошо? Нет. Да. Ты просто меня пугаешь до ужаса, так что я тебя отключу. Ой. Твою мать. Сейчас из угла какая-нибудь штучка выбежит. Это то же самое будет или что-то новое? А. Эй, ты! Ты можешь говорить? Понятно. Хорошо. Ну, может быть, с этой можно? О, подождите, тут был, по-моему, да? Это какой-то вот робот. Или не было? Он, я думал, может, он убежал. Интересно. Мне только кажется. Блин, я могу много предметов каких брать, но пока что все они бесполезны. Это что это? Давайте посмотрим, что тут у нас. Ботинки, я так понимаю, да? Что это?
Ну ладно. Побежали. О, да. Я же говорю, это, видимо, какая-то хрень. Ожила и побежала сюда. Да, видимо, что-то здесь очнулось. Вот еще один экспонат. Сейчас, может быть, с ним как-то. Не получится. Здесь цепь, да. Опасность поражения электрическим током. Давайте резиновые яхомуха, перчатки. Я думаю, специально здесь вырубил свет. Именно вот в этом углу, чтобы, видимо, кто-то сейчас прошел здесь, да? Никого? Еще 5 сек. Штанишки надо оттереть. А, шучу. Ой. Слишком медленно он выглядывает. А кто? Кто? Какая-то дымка еще непонятная. Как будто. Так, что-то шипит. Ладно, ладно, ладно. Твою мать, это кто-то оттуда долбится, да? Я туда хотел побежать. Я на не очень хорошее место занял, да? А может наоборот? А, тут закрыто красным, да. Хорошо, давай сюда. Там была красная кнопочка. Может быть, притопить немножечко? Пробежаться? Потому что все равно, мне кажется, достаточно светло нас заметят. Такое. Опять бутылки с водой. Ну, не пропадем, значит. Что у нас здесь? А, это та самая дверь, по-моему, да? Ведь это же она. Хера не видно с замком. Честно, если свет выключить. А, ну так гораздо лучше. Но меня не видно будет. Проведите омнистр. Что? Что-то найти надо, да, какую-то штуку? А, черт. Серьезно, в этих потемках искать какую-то карточку? Я же надеюсь, она не в самом начале там должна быть. Здесь что-то везде это коротит, что-то электричество какое-то. А здесь что? Не останавливайтесь. Но она, видимо, не работает, да? Ладно. Блять, ёб твою мать. Сука, током бьет, ну ладно. Замочек. Твою мать, назад. Отсюда нажми. Там какая-то хрень долбилась же, нет?
Что это такое? Замок? Фух. Ладно. Блин, вот это не зря, вот тут двери закрывать надо за собой. Но я пока не знаю, надо ли мне закрывать. Может быть, наоборот, придется убегать, когда... Ну, давайте посмотрим. Вот. Омни-инструмент. Это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам, а также интерфейсом управления ими. В схему входят алгоритмы и протоколы, позволяющие автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Да. Так, подсознанию пользователя. Чтобы оптимизировать работу и минимализировать ошибку ввода. Это. Значит, со временем Омни-инструмент автоматически приспосабливает все алгоритмы к подсознанию пользователя. Омни-инструмент может передвигать. Что-то мне это репь какая-то аж в глазах пошла из-за текста. Передавать сигнал малой дальности, полезный для выполнения простых или автоматизированных действий, таких как открытие дверей. Ну, это понятно, да. Блин, я все равно, я же знаю себя, я все равно это не запомню. А можно просто посмотреть без этого текста? А, вот он что. Чтобы открыть список. Ага. Я нажал Tab, и вот это внизу фигулька высвечивается. А ключом, ну, короче, нельзя. Хорошо. А как мне его достать-то? Твою мать. Или он не нужен? Смотрите, какая-то слизь. Как в Крайзисе, по-моему. В втором там тоже. Там тоже. Где? Кто-то идет, что ли? Везде слизь была. Ладно. А, подожди, стоп. Ну все, нам назад, да, надо ведь. Эти чвяканья, конечно, напрягают. Смотри-ка, здесь тоже, наверное, можно. Ладно, все отключено. Ну, сейчас, короче, ладно, бегом, потому что я думаю, что просто так мы не дойдем, хотя вряд ли. Такое. Это ж. Я думал, это клешни какие-то сейчас меня схватят. Как? Чё? И чё? Блин, что это значит? Твою мать. Еще разочек. А может, я что-то не так делаю? Может, тут... какие у нее еще функции есть? Ляхмуха. Ну, тут что-то желтенькая красная полосочка еще есть какая-то. А, ну, может быть, просто-напросто какое-то другое место надо идти, блин. Блин, я офигею, если я что-то не так с этим омни штукой этой делал. Забыл, как называется. Омнисист, что ли, какой-то. А, там вроде не было дверей похожих. Ну, просто, может быть, назад вернуться, там будут двери похожие с такой же штукой. Нет, не может. Но вообще знак того, что там из вентиляции вылезла эта хрень, значит, я правильно иду. И сейчас, видимо, тоже. Судя по этим звукам. Бляхмуха, я не думал, что это, ну, хоррор, типа, прям такой. Как-то... Нет.
беспокоит. Правда, я особо даже не видел, чего я боюсь. Вот, скорее всего, нет, это... Причем я еще грохот такой издаю, по-моему, когда хожу. Так, а тут все это чвякает. Блин, я по привычке Ctrl нажимаю, чтобы бежать, да? Угадайте, с какой игры. С какой игры. Угу. Идет чтение, понятно. А, ну. Служебная консоль Epsilon 3, включая место пилота, активирована. Собчак, что ли, озвучивала? Заберите карту. Заберите деньги. Ладно, давайте кликать. Твою мать, что так много-то? Я не знаю. Открыть ящик. Ваш омни-инструмент находится в отличном состоянии, но к нему не подключен энцефалочип. Энцефалочип. Сейчас вас обслужит стандартный встроенный искусственный интеллект, помощница Джейн. При подключении энцефалочипа встроенный интеллект будет отключен, а использование средств омни-инструмента может значительно измениться. Ну, пока что особо мне это ничего не дает, честно. Может, я идиот просто? Ну, да ладно. Статус системы. Осталось 13 дней. Это что такое? Дэвид Мунш, тот самый. И перечень. Ну, я думаю... А как выйти-то? Ага, все, забываю. Смотрим. Неплохо. А, скорее всего... Найден. Так. Чё? Стоп, и чё, значит, все двери открыты теперь? Да. Скорее всего. Или нет? Больше ничего нельзя клацнуть. Да что ж такое? Хорошо, наверное. Вот тут есть какая-то еще штука. Доклады. Это мы читали или нет, я не помню. Оно работало? А. Охренеть. Твою мать, ребят, представьте, просто вы на там томографию какую-нибудь пришли, а потом сидите и разбираетесь с омни-чипами, это самое. А это что такое? А что тут? А, просто открывается. Хорошо, я не могу ничего забрать, возможно, придется переть туда-обратно. Опять музыка заиграла, суперская. Господи. Я более-менее так ориентируюсь здесь. Вроде бы. На самом деле нет. Ну да. Немножечко персонаж неповоротливый, поэтому как-то стрёмно тоже из-за этого. Бегать. Да твою мать. Сука. Я думал, все открылось, типа. А что мне тогда с ним делать? Подожди, а вот тут мы были или нет? Что-то я... Офигеть. Я не помню это место. Твою мать. Сука, двери открылись, смотри-ка, мы назад вернулись. Ой, извините, ругаюсь, что-то я недовольный просто. А может быть, надо просто...
Так, ну его забрать я не могу, или чё? Чё там написано? У меня просто в голове не сходятся пазлы. В принципе, это нормальное состояние для меня. А что это за комната тут открылась такая? Или она была, просто я ее не видел. Это короткий путь, я так понимаю, да? Ну ладно. Никаких новых звуков не было слышно, значит, что-то, возможно, я не доделал. Просто я вот не понимаю. Омни-инструмент. Ориентация. Я знаю, вам сказали, что наладчики получат полный доступ ко всему Патосу 2. А я здесь, чтобы сказать, такого не будет. Поймите меня правильно. Я не назло вам это делаю. Без вас, ребята, здесь никуда. Но должна же здесь быть определенная безопасность. Я не хочу, чтобы вы вломились куда-нибудь в карантинную зону на Омикроне и разнесли повсюду вирус, или что там вообще такое. Вы сможете делать вот что. Вы сможете с его помощью открывать двери, любые фактически. Если дверь не открывается, значит, либо что-то не так, либо у вас ограничения. И что делать тогда? Вставляете омни-инструмент в терминал и смотрите, нет ли возможности обойти ограничения. Иногда ведь нужно попадать туда, где вас быть не должно. Просто найдите способ. Вы же инженер, в конце концов. Что еще? Следите за своим снаряжением. Не будьте козлом. Вот и все, в принципе. Меня зовут Джон Стромер, оперативный агент охраны Патоса 2. У меня есть кабинет на Тете. Если будут какие-то проблемы, приходите туда. Удачи! Ну нихера он не сказал. Код доступа к умничипу обновлен. Сука, ёб твою мать. Ну я думал, что что-то я не так сделал. Ну, я такой. Ну вот, ребята. Как видите, как говорится, приплыли. Видимо, на подводную станцию. Здесь у нас акулы. Все как и прежде, словно и не было здесь Армагеддона. Неплохие рисульки. Ой. Он они вернулись, все в черном геле, теперь бедные рыбы. Нефть, что ли, пролили? А, здесь у нас. Давайте послушаем. Эми, ты здесь? Я здесь. Готова к отбытию? Думаю, да. Рыбками ты сможешь полюбоваться и на Тете. И все же, я буду по нему скучать. А эй, мы здесь проработали столько лет, неужели ты ни чуточки скучать не будешь? В электростанции полно взбесившихся машин? Нет, пожалуй, не буду. Это жестоко. Эпсилон не виноват, что так вышло. Ладно, заканчивай дверями и возвращайся скорее в лагерь. Так точно. Она сказала про взбесившиеся машины, или он, точнее, по-моему, сказал. Да, ну, это было, да, в принципе, понятно. А что там еще? Смотрите-ка. Ну, вообще на дне, потому что даже света не видно. Вот. Но в целом, да, если разбить стекло и взять с собой баночку воздуха. Должны мне помочь.
кто сказал? Откуда? Вот отсюда? Вы можете помочь? Да, да, где? Кто? Твою мать. Уголок. Заманил, что ли, в ловушку нас? Подожди, может, давайте что-нибудь сделаем. Ой. Черт! Давай, сунь пальчик туда. Конечно. Что это было? Видишь, какая-то органическая хрень мигает. Больше не болит. А чё, у тебя что-то болело? Опа. Компы можешь заработать? Ладно. Давай. Чё ты мне залагала? Как думаете, вероятность того, что сейчас навстречу какая-то вылезет желеподобная блевотина? Как вы думаете, что это значит? Надо бежать назад или все-таки? Потому что иногда в играх бывает такое, что действительно... Либо это по сюжету просто скримеры, которых не надо бояться, просто идти дальше. Либо это действительно какая-то фигня за тобой гонится. Ну, давай сюда. Тут закрыто. Да? Я просто еще не разобрался. В этих красных. И то они иногда включаются, иногда нет. Ладно, пойдем тогда туда, где был этот звук. Здесь вроде бы. Тут какие-то штуки. О, тут желтенькая. Желтенькая, значит, да? Желтенькая можно взять. Давай быстрей. Отлично. Еще слизь. Видимо, в этой черной фигне... Рыбы все перепачкались, как там сказано. Это что, пыль зависла или что это? И все. Радиосигнал заблокирован. Смотрите-ка. Эй, вы меня слышите? Оно живое. Нам можно отключить его, да? Ладно, ладно, давай назад вставляй. Никак? Ой, ну может быть надо было сначала нажать кнопочку включить. Блин, а я, по-моему, убил кого-то только что. А, нет, можно только, наверное, вытащить. Ну блин, ну я тебе хочу делать вещи. Мне это нужно. Да я знаю. Почему? Просто сюжет дальше не продвинется. Все хорошо было. Я была счастлива. Ой, тут можно было понажимать, твою мать. Ожидание. А, надо было побольше кнопочек понажимать. Может, что выяснил бы. Ну да ладно. А что тут загорелось-то? Видимо, ничего. Может, дверь открылась? Хм.
Так, а может мне назад лезть? Ой, бляха, муха. Не дотрагиваясь до протекшей структуры геля, я не могу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщено соответственному инженеру по эксплуатации Волчок. А я, по-моему, под ней проходил даже. Опять я что-то упускаю. Понятно. Ну, ты отдала жизнь, получается. Ручной порядок загрузки. Еще раз. Твою мать, ребус, что ли, какой-то? А эту? Что происходит? Стоп, а может до зелененького надо? Давайте попробуем. А, понятно. Заперто. Че, меня сейчас зальет цементом? Ну ладно, хоть светло стало. Печь мартеновская, походу, запустилась. Пойдем. Куда идти-то? Все закрыто все равно, да? А, что это? Что происходит? Эй, тут кто-нибудь есть? Да. Эй, эй, вы меня слышите? Слышу вас. Эпсилон, что происходит? Я не знаю, я тут вроде как только очнулся. В комнате сейчас? Там сиденье было и шлем. Правда? Как вас зовут? Я Саймон Джард. И что вы? Ах, сигнал, чертовы передатчики. Где вы сейчас? Где-то, где передается ток, то ли электростанция, то ли трансформаторная. А, вы, наверное, где-то на ТЭС. Да. Вам надо подняться по лестнице в центр связи. Комната с куполообразным потолком. Послушайте, это место, оно... Да тут вообще какой-то ужас творится. Эй! Извините, не слышала. Мы потеряли еще один передатчик. Послушайте, вам надо наверх в центр связи. Я буду там. God damn.